Здравствуйте, дорогие друзья. Вот купил я грунт растительный на основе торфа. Хочу его мешать вместе с тем грунтом, который я насобирал возле дачи. Этот грунт производитель ОАО ТБЗ «Усяж», Минская область, Смолевичский район. Грунт этот на основе торфа. Состав грунта. Грунт растительный на основе торфа. Входит торф, песок, минеральное удобрение. Азота тут 100-190, фосфора 120-280 и калия 110-200. Кислотность pH от 5,5 до 7,5. Написано: высококачественный растительный грунт на основе торфа, многоцелевого назначения, полностью готовый к применению и прекрасно приспособлен для выращивания всех видов комнатных, оранжерейных и декоративных растений, рассады и укоренения черенков, всех видов садовых, комнатных, цветочных и декоративных культур. 20 литров. А самое главное, сейчас я озвучу вам цену. Цена 1 рубль 72 копейки белорусских рублей. Цену в долларах и в российских рублях вы видите на экране. То есть за 20 литров, 2 ведра, вот такая цена, я считаю, очень даже неплохо. Заглянем внутрь. Очень красивая, черная, рассыпчатая земля. Мне она очень на вид нравится. То есть это не рыжий торф, а это именно земля, как чернозем. И я вот сейчас вижу это, смотрю и думаю, что надо мне еще купить дополнительно этих мешков. Я купил 10 штук. Я думаю, надо еще 10 купить в понедельник еще дополнительно. То есть земля мне очень на вид нравится. Она мелкозернистая и рыхлая. Очень нравится на вид. Не знаю, как она будет внутрь. Не знаю, как она будет для моих растений, для моих виноградов работать. Но я думаю, что это очень даже неплохая земля. Надо еще прикупить.